Из алкоголиков в чемпионы. Оказывается, такой путь возможен. Доказательство тому пауэрлифтер Владимир Эсаулов. Теоретически его можно считать пенсионером, 61 год, но по виду никогда не скажешь. Раньше он был, что называется, запойным алкоголиком, но 10 лет назад пошел в спортзал. О том, что из этого получилось, Александр Алешин. Еще несколько лет назад Владимира Исаулова каждый день можно было встретить в винном магазине. Теперь же он не может без ежедневных спортивных тренировок. Бутылки 3 в день мог, наверное, выпить. Чего? Водки. Утром просыпается Вован, он выпивает, и там уже другой Вован, и все. Сколько это могло длиться? На недельку-то мог. Я с женой, естественно, разошелся. Естественно, кто с алкашом жить хочет. А мне веса было 127 килограмм. Ребята, жировой массы. Я нажрал 127 килограмм. Это что-то ужас был. И вот тогда я себе сказал, или я сдохну. У меня руки лежали вот на животе. То есть я своего кореша не видел. Зеркальные болезни. Это самые натуральные. Титьки лежали, все. И встретил своего друга Сергея Зернова. Тот Вован, да давай, в зал он занимался. Ну и вот так пошло. Здесь просто сознание переключается, и в мозгу уже начинают вырабатываться новые нейроны. И сушка, и на силовые, и тут, в общем, ребят, здесь особо-то, я не знаю, не забухаешь уже. Меня удивила эта история. Да, наверное, уже люди, которые выпивают, уже редкие, кто в зал приходит. Пивоха, он хороший, как сам признается. А спортсмен тоже? Спортсмен очень отличный. Он дисциплинированный, во-первых, и достигает своих целей. Вот глядите, вот сейчас я могу смело сказать, 61, память уже подводит, вот это половина еще дома. Чемпионат России. И по бодибилдингу, и по силовым. Ну, в основном вот он выступает по становой тяге. Какой рекорд? У него 230 килограмм. А можно иметь красивое стройное тело, горящий взгляд, когда на тебя женщины смотрят и девушки. Вы на него смотрите? Конечно, так подглядываю вон за бицепсом. Какой здесь вес? 150. Я согнал 52 килограмма. 55. Здесь сыграл характер, скорее всего, потому что начал заниматься спортом, здесь надо выбирать. Надо что-то найти, наверное, ну, свое, что-то на что-то поменять. Организм не требует пустоты. Многие же, вот, бывают спортсмены, достигают какой-то цели своей и потом спиваются, а у него наоборот все получилось. У него получилось вообще очень шикарно даже в этой жизни. А вы не смеетесь говорить, что да, я бывший алкоголик? Да, нет, абсолютно нет. Страшно, когда алкоголик говорит, я не алкоголик, я всего выпил помаленечку и пью немного. Это вот страшнее, чем... Почему этого не признать? Есть наркоманы, есть больные с сахарным диабетом, есть больные раком, да полно. Ну, это, ну, болезнь, глупость, как хотите называйте. Бухать есть не very well. Вот. Есть другие, как в песне, источники наслаждения, серьезно.